Паркис Медикус. Коррекция функционального состояния организма человека. Гармонизация физиологических процессов. Оздоровление и омоложение при помощи трансляции в организм эталонных здоровых частот, программы и комплексы. Друзья, всем бодрого летнего, да, уже летнего настроения, окончания трудовой недели. Сегодня у нас очередные секреты, выпуск 55 с Юрием Лиром и тема «Какими мы будем?». Добрый день, вечер, утро. Доброго всего, максимально доброго. Всем здравия, благополучия, успехов во всех благих делах. Ну и приветствия всем друзьям наших каналов. И по традиции мы начинаем с новостей. А у вас в Латвии новостей много? Латвия страна, во-первых, большая. И пусть ты не скажешь, что это не так.
А во-вторых, замечательная, удивительная, прекрасная, неожиданная, иногда непредсказуемая, как, например, в чемпионате мира по хоккею. Вот есть повод, ну, не совсем уж возгордиться, но есть повод не вешать носа и брать пример с хоккеистов. А мне приятно, при том, что я давно уже отошел от всех этих болений, там еще что-нибудь такое. Ну, мы как-то обстоятельно говорили обо всем, что касается спорта, спортивных игр и всего остального. Но, тем не менее, некий позитивный момент, конечно же, и во всем этом тоже есть, только он направлен не туда. Момент коллективизма, работы, коллективной работы на результат и так далее. Ну и не в последнюю очередь еще и потому приятно, что один из моих старинных друзей, он известный и в Америке, и в Латвии, и за пределами Латвии, хоккейный тренер, который работает в основном с детьми и с юношеством. Женя, по кличке Джино, его в Америке так знают и запомнили. Он один из тех, кто готовил команду, состав, и вот там есть такой парнишка, 19-летний, самый молодой в составе этой команды латвийской. Так вот, Женя его воспитывал. Как говорится, от и до. Ну а те, кто следили за ходом всех этих матчей, они знают, какой вклад именно этот человек внес в победу в решающем матче за бронзовый медаль. Я не буду дальше углубляться. Повторяю еще раз, не очень я глубоко во всем этом и стараюсь чем дальше, тем меньше. Но тем не менее, ну, есть такое дело. Почему не сказать об этом вслух? Это тоже Латвия. Ну, у нас, конечно, есть еще и политические события. В среду у нас тут нечто произошло. И не одно событие. И так произошло. Ну, конечно, да. Я скажу только об одном. У нас тут выбрали президента. И круги по воде идут такие, Да. и в связи с персоной всего ей хорошего, и в связи с многими другими, как бы помягче сказать, аспектами личностного проявления этой персоны. Очень много тут было пересудов, это тоже мягко сказано. И они были настолько мощными, что даже государственные всякого рода у нас органы массовой дезинформации, ну, вы понимаете, кто, даже они не посмели обойти вниманием все эти пересуды. Ну и сейчас у нас в очередной раз то, что в разведке называется момент истины. Кто есть кто, партии показывают свое лицо и прочие части своего тела друг другу и населению, которое замечательным образом все эти партии куда-то там выбрало. В общем, нам не скучно. Ну и, ко всем прочему, природа нам тоже не дает разлениться, так это по-летнему, рассупониться. У нас природа нормальная. У нас по ночам заморозки, днем вот плюс 9, плюс 11, все в порядке. Мы бодро встречаем лето. Но это что касается местных новостей. И еще одну новость забыл. Ну чем памятник Александру Сергеевичу Пушкину помешал? Ну чем? Ну, знаешь, я, честно говоря, не хотел касаться этой темы. Она
не просто какая-то такая странная, болезненная, она дурно пахнущая. И для тех, кто умеет чувствовать главным органом человеческого естества, для них понятно, чем это обернется для всех этих сносителей и ликвидаторов, науськивателей и прочих верных слуг все той же британки. Вот это я могу сказать абсолютно точно. Но есть слуги, которые выполняют приказы, а некоторые пытаются еще до того, как рука хозяина что-то там указала, куда-нибудь побежать и что-нибудь сделать, так это еще основываясь на какой-то своей, между прочим, даже понятной исторической памяти. Вот только надо ли на этой памяти что-то основывать сегодня, углубляя и так уже произошедший раскол в связи с некоторыми событиями? Это вопрос такой философский. Но я уверен, что все, что посносили, вернется и совершенно не обязательно вот в том самом виде, в котором это существовало. Думаю, что придут новые времена и наступит какой-то новый урок всем. И он даст возможность более спокойно, как говорят, по-взрослому, без истерик, без эмоций, взглянуть на очень многое. Я сейчас говорю о всех сторонах, позиционирующих себя относительно всего, о чем я сейчас говорю, потому что и те, и другие, и третьи, и так далее, и все считающие себя правыми, конечно же, безусловно, они откроют для себя очень много нового. Всем, я подчеркиваю это слово, всем придется этот урок осваивать, что называется, на уровне других измерений, включая ТКП и многое другое. И в этом свете и памятники должны соответствовать новому времени. Мне кажется, они будут еще более внушительными, и квинтэссенциональная суть всех этих памятников должна обращаться к высшему в человеке и в человечестве. Это моя личная точка зрения. И Пушкин нам тут будет вполне, кстати, со многими его произведениями. Не только Пушкин. Ну, а теперь о новостях в связи со здоровьем и с интересующими друзей наших каналов деталями, касающимися приборов Parcus Medicus, карты Разум Спас и всякие монеты. Я продолжаю пополнять свою копилку отзывов, также ее систематизировать. И то, о чем я говорил в предыдущей нашей беседе, ну, судя по всему, еще два человека у нас проснулись. Я имею в виду тех, кто действительно имеет основания, ну, судя по описанному ими, имеет основания считать себя так или иначе причастными к теме ТКП. Интересно, что из всего этого выйдет, но мне в первую очередь интересно. И теперь, что касается здоровья. Новые есть наблюдения, говорящие о том, что все, что я перечислил, все изделия, которые нам в помощь на протяжении этого переходного к будущему этапа, открывают какие-то новые возможности. И здесь я имею в виду и братьев наших меньших,
замечательных членов семьи, как их называют. Ну, может быть, в следующий раз приведу больше каких-то фактов, но сейчас хочу сказать вот что. Мне написала одна дама, она в Германии живет. Значит, у нее есть карта, у нее есть две монеты, и она работает, я не понял, какой должности, никакой там, собственно говоря, работе. Она работает в приюте для бездомных животных. И там и собаки, и кошки, и птицы какие-то есть, к нам там приносят. В общем, она впечатлилась моими рассказами, да и твоими тоже, о том, как все эти штуки помогают животным. И среди всего этого сборища приятных существ, там все приятные, у нее есть любимицы. Там одна собачка, за которой она с особым усердием ухаживает, и кошечка. И собачка, и кошечка, они такие инвалидики, ну, всякое бывает. И вот она им помогала, чем могла. Она, кстати, по образованию ветеринар. Это одно из ее образований. В общем, она что-то могла делать. Я подсказывал ей, что можно делать из гомеопатии. И тут она начала просто применять то, что у нее есть. Оторвавший от себя, как она мне написала. Я надеюсь, не с мясом, уважаемая Гелена. Как-то жертвовать тоже надо аккуратно. В общем, она оторвала от себя, применила к своим друзьям, подопечным, и дела там пошли просто резко, резко в гору. И ее любимую кошечку уже забрали в какую-то семью, причем во вполне приличном состоянии. И это констатировала не она, у нее особое отношение, а другая сотрудница этого учреждения, тоже ветеринар, и она удивилась и констатировала, и значит, вот, кошечку передали в семью. Ну, ей там, наверное, хорошо. Вот такие приятные новости. Тебя можно поздравить? Меня всегда можно поздравить с чем-нибудь. Ну, с этим, я думаю, всегда... Я думаю, с этим впервые. Я вижу первый раз замечательный на тебе значок в виде подковы с буквой L. Я его раньше не видел. О-о-о. А вот наблюдательные друзья наших каналов отметили, что я в нем уже был, да? Выступал Выступал, да. На всепланетную аудиторию. Но... И... Подкова, да, если не ошибаюсь? Да, это подкова, это... Привет от моих друзей в Техасе. Понятно. Ну что ж, переходим к нашей теме. Я тебе благодарен за тему, которую ты предложил. Какими мы будем? Пришло огромное количество вопросов. Огромное количество вопросов. Ну, все вопросы, которые мы сегодня успеем задать, мы их зададим. Первый вопрос от моего тезки Владислава. Какая, по мнению Юрия Рубиновича, профессия самая вредоносная для человеческого общества с точки зрения духовного и душевного здоровья? Будем выявлять. Значит, пока, я подчеркиваю, друзья, пока у нас такая ситуация на планете, с такой системой правления, самой опасной профессии, я считаю, политик. Или то, что у нас этим называется. Согласен. Так, Оксана, доброго здравия всем-всем. Вопрос. Возможно, после выхода медицинских кроватей будет закат бигфармы. И что будет с аптеками? Будут ли они существовать? И в каком виде? Интересно мнение Юрия Рубиновича, как он видит это направление. Благодарю.
Хочется и мне увидеть все это как часть того, о чем мы говорим, раскрытие технологий тайной космической программы ТКП, раскрытие с большой буквы. Но заметьте, это только часть. Я сейчас не буду углубляться в этот вопрос, он обширен, даже всеобъемлющ в этом контексте. Но что будет с Big Pharma и с аптеками? Какое-то время, безусловно, мы будем существовать в очень странном состоянии, потому что все будет меняться очень быстро, калейдоскопично. И дай бог, чтобы все привычные нам институты управления социумом со всем этим справлялись. Но к ним относится система аптечного снабжения. Я думаю, что эти места приобретут свое лицо близко к первоначальному. Напомню об истории образования аптечного дела. Когда это все появилось, там торговали натуральными продуктами, как мы сейчас сказали бы. И только натуральными. Пресловутая ятрохимия, как это называлось во времена Парацельса и после него этот термин был принят, эта вся отрава, она ведь потом пришла. И постепенно сначала наполнила все эти удивительные такие, даже дома целые были аптечные, чем-то таким химическим, а потом и вытеснило все на задворке. Сегодня, правда, в аптеках, конечно, можно встретить что-то такое как бы натуральное, но вот всего этого как бы становится все больше, а натурального все меньше. Так вот, я думаю, что аптеки будут местами, где люди без риска для жизни будут приобретать то, что помогает работать организму во всех смыслах. Помогают. Абсолютно уверен, что в аптеках будет достаточно большой выбор. Я сейчас говорю об аптеках обычных, не гомеопатических. И я так понял, что вопрос именно об этом. Так вот, я думаю, что то, что и сейчас имеется, у нас в Латвии есть в очень многих аптеках гомеопатические препараты. Другое дело, что это практически всегда комплексные препараты, отношение к которым у профессиональных гомеопатов, ну, такое разное. Это плюралистический подход к гомеопатии и уницисты-гомеопаты на все это смотрят нехорошо. Так вот, у нас сейчас это все есть. Не весь спектр всего, что можно купить в гомеопатической аптеке. У нас здесь, в Латвии, у нас две. Центральная, это в центре города, и на периферии. Но я еще раз повторяю, у нас не просто даже можно что-то приобрести в обычной аптеке, но даже заказать в этой обычной аптеке что-нибудь из репертуара, который имеется в центральной гомеопатической аптеке. Я уверен, что эта практика, она будет не просто сохранена, она будет расширена. И в обычных аптеках будут списки препаратов, которые каждый может приобрести и иметь дома в виде гомеопатической аптечки с соответствующим руководством к действию. И это очень важно. И не каким-нибудь таким мудреным, как портянка, где микроскопическим шрифтом написана какая-нибудь там чуть ли не докторская диссертация, суть которой, что перед тобой яд смертельный.
Это я сейчас говорю о большинстве патентованных обычных препаратов, которые нам подсовывают как лекарство. Я имею в виду, что информация, сопровождающая гомеопатические препараты, она будет легко понятной и соответствующим образом применимой. Кроме этого, я абсолютно уверен, что при очищении биосферы Земли от всего, что на нее низвергли за последние годы и десятилетия, природа резко воспрянет и будет способна давать нам колоссальные по мощности естественные продукты и препараты. Это прям как у эллинских врачевателей, начиная с Гиппократа, который учил, что лекарством твоим должна быть пища. И наоборот. Там у него в этом смысле все было правильно. В чем я еще уверен, это в том, что в таких аптечных пунктах тоже будут какие-то устройства. Может быть, пресловутые медицинские кровати, еще что-нибудь. И те, кто думают, что на всех не напасешься, на каждый аптечный пункт. Друзья, знаете, из того, что мы сегодня знаем о уже имеющихся в наличии всех этих устройств, их хватит с избытком. Это уже сейчас. Они имеются, они складированы, они ждут момента применения. И об этом говорилось не единожды и ветеранами тайной космической программы, и инсайдерами, и так далее. А если уж все-таки каким-то образом что-то там не хватит, знаете, наштамповать всего этого при, опять-таки, наличии огромнейшей производственной базы. Это мега-города подземные, которые представляют из себя сплошные производства замкнутого цикла с технологиями тайной космической программы, где там ему скажут, вот в течение года, пожалуйста, там 50 миллионов кроватей. Ну, сделают, не проблема. Потому что там работают прежде всего супер роботизированные системы и правильный технический персонал. Ну а не надо забывать о том, что вся Солнечная система для тайной космической программы – это тоже производственная база. Огромное количество планетоидов. Есть прямо промышленные объекты в поясе астероидов. Этим всем я хочу сказать, что все возможно. А вот что касается Big Pharma, в том виде, в котором этот зверь сегодня существует, он нуждается только в одном. В обнулении всего, всей номенклатуры, которая там обозначена как лекарство. И в оснащении всех этих производственных площадей соответствующим оборудованием, имеющим смысл только один – полное перепрофилирование всего этого на службу здоровья человека. Ну, здесь тоже многое, что можно придумать. Потому что, ну, если все эти площади занять под уже имеющиеся технологии, применяемые в самых серьезных гомеопатических структурах. Но это просто супер. Это просто прекрасно. И вот все это может как раз начать приносить пользу. Может быть, еще что-то такое образуется на основе того, что нам пока неведомо, а при раскрытии технологии тайной космической программы это станет просто рутиной. Вот я за такую рутину вместо Big Pharma
и нынешнего вида современных аптек. Надеюсь, я на вопрос ответил. Да, благодарю. И я хотел бы еще предостеречь многих, которые пишут и присылают разные видео. Появились так называемые медицинские кровати. Друзья, это не те медицинские кровати, о которых говорит и Юрий, и не только. Поэтому будьте начеку, а то вы там себя налечите, восстановите, в кавычках. Ну, я как раз и сказал о том, что эта тема чрезвычайно обширна. И если кто-то где-то публикует на тему медицинской кровати сейчас, в нынешних условиях, ну, это безусловный обман. Это безусловный обман. Потому что любая такая штуковина, или кровать, или лазерно-голографическая какая-нибудь кушетка, или еще что-нибудь, это не может быть, это всегда связано с огромным энергопотреблением. Вот еще проблема-то какая. Я о ней отдельно говорил много раз. Поэтому, если где-то существует какое-нибудь такое изделие, а оно подключено к обычной сети промышленной, не знаю, к розетке, грубо говоря, понимаете, да? То работать она не будет. Она будет все что угодно делать. Изображать что-нибудь, там будет светиться, мелькать, но это не то. Уж для того, чтобы кровать работала, чтобы там все действительно быстро происходило, буквально на глазах или там, за сутки, к ней должен быть подведен огромный энергетический блок, специально создаваемый. Если этого нет, еще раз повторяю, то это все не то. Я сейчас смотрю на небо. Быть добру. У нас сейчас двойная радуга. Угу. Двойная радуга. Быть Хорошо. Добру. Пусть будет тройная. Двойная. Пока двойная. Идусь я на небо. Ай, думку гадаю. Да, Валентина задает вопрос. Добра, Юрий и Владислав. Вопрос. Несмотря на все трудности бытия, мне нравится жить в этой реальности. Как долго мы будем в ней находиться? 5, 10, 20 лет? Буду благодарна за конкретный ответ. Если можно, то без размышлений о самосовершенствовании. Хорошо. Я тогда отвечу очень коротко, потому что из всей информации о том, что перед нами в виде неотвратимого, тут я имею в виду прежде всего солнечное событие, это 2035 год. Вот этот переходный процесс. А уж что во время этого переходного процесса со всеми нами будет? Здесь никак не обойтись без всего того же пресловутого самосовершенствования. В согласии с определенными принципами, о которых мы тоже очень много говорили, говорим постоянно. И квинтэссенцией этих принципов является мораль, нравственность, реализуемая в жизни через закон, который мы называем «золотое правило». Слушай, какие-то лучи пошли. Я не понимаю. Это не только радуга двойная. Мне надо сейчас надо будет это записать на видео, и я потом пришлю тебе. Лучи. Над радугой появились какие-то лучи. Так, ладно, продолжаем. Аркадий, слушай, добру быть. Аркадий, добрый день. Скажите, а есть ли подвижки в плане внедрения источника энергии? Как-то зимой рассказывали, что вроде как идет внедрение в России, что-то в Москве уже опробовывают на линиях электропередач. Есть ли подвижки? Как раз вот ты сейчас упомянул источники энергии, которые необходимы для медицинских кровати. Да, я не говорил, и это широко, может быть, слишком так это, коротко
Но это широко освещалось в России, и не только в России, в других местах, о том, что создан и действует некий реактор на новой физике, там, на каких-то новых принципах. Это не важно. Важно, что он создан и действует. И точно так же говорилось о том, что действительно, там, в Подмосковье, а теперь мы знаем, куда это все на самом деле движется неумолимо, и процесс идет вширь и вглубь, создание электропроводящих линий тоже на совершенно новых принципах. Их условно можем назвать сверхпроводники при обычных температурах. Но это, собственно говоря, то, что до сих пор с точки зрения официальной нобелевской науки подлежит большому скепсису. Вот наша нобелевская наука, она так где-то застряла примерно в XIX веке. Или точнее, ее там держат за мягкие места разные, чтобы она не выскакивала никуда. А тут технологии уже применяются. Из того, что известно еще, в течение этого года, если вы будете прислушиваться к сообщениям, по крайней мере, в России на эту тему, будут сообщения такого же рода. Одним источником энергии дело не обойдется. Вот это и есть то, о чем я говорил, когда впервые об этом было сказано, что Россия и здесь теперь задает тренд всем странам, показывая, как совершается раскрытие с большой буквы. А источник энергии, вот главное. Все, что угодно можно там высвободить, показать, но если не будет достаточно энергии, оно работать не будет. Раз есть новые виды источников энергии, это значит, в России это будет реализовываться, ну, как мы теперь видим, быстрее, чем во всех других местах. Благодарю, Оксана. Добрый день. Благодарим всей семьей за ваши труды, Юрия и Владислава. Вопрос о семье. Сохранится ли прежний вид союза мужчины и женщины? Какими будут отношения между семьями, родами, нациями? Как дети будут относиться к родителям, если они сами будут уже зрелыми душами? Благодарю за ответ. Я начну с последней части. Знаете, давно уже, я даже не знаю, сколько это давно, но оно давно, с 90-х годов это точно, сначала. Появляются дети, которые как начинают разговаривать, они начинают родителей учить. Сразу. Поэтому тут все уже происходит, друзья. Все происходит в этом смысле. То есть дети, это только нами они воспринимаются как дети. Тело еще не выросло, а задача-то уже сквозит во взгляде и в слове, и в жесте, и в деле. И мы знаем, что огромнейшее количество вундеркиндов сегодня во всех отраслях человеческого делания. Это и искусство, это и, между прочим, технологии, которые, как говорят, на коленке изобретают эти новые вундеркинды и ни на кого внимания не обращают, ни на какие запреты нашей нобелевской науки. Делают и все. А потом оказывается, что это работает. Что касается института семьи, я не вижу причины, по которой тут что-то может измениться. Другое дело, что качество семейных отношений, конечно, должно меняться. Безусловно. И не какими-нибудь распоряжениями свыше, или указивками, или
новыми статьями в каких-нибудь там кодексах суровых. Это все должно являться продолжением процесса очеловечивания всех и каждого. А ведь нелюди преуспели в расчеловечивании. И пресловутые окна Овертона, они настежь распахнуты, и мы видим, к чему это приводит. Не только к странным в ориентациях президентам, но и ко многому другому это приводит. Так что я думаю, что по мере усиления все тех же энергий, о которых я, ну, очень-очень много раз говорил, это будет продолжаться вплоть до солнечного события. По мере нарастания этих энергий все будет меняться. Все в живом мире. И человек, в первую очередь, как центр нашего земного мироздания маленького. И все, что в нем будет меняться, и уже меняется на глазах, будет заставлять человека разными способами, в том числе через переживания, позитивные, негативные и так далее. То есть через прохождение некого процесса совершенствования, будет заставлять человека восходить по лестнице человеческой, у которой вершина – это сам Творец, частью которого мы являемся. И когда-нибудь сольемся воедино. Так что все, что связано с понятием «семья», безусловно, будет не просто существовать, а совершенствоваться. И самым, мне кажется, разумным, приемлемым и мудрым во всем этом процессе – это следование золотому правилу. Оно должно проявлять себя прежде всего в семье. И там человек должен этому обучаться. Я думаю, что все получится. Непременно получится. Следующий вопрос задает человек, который находится, можно сказать, с тобой рядом, может, даже на соседней улице. Вопрос такой, задает Дзая Дев. Может быть, ты этого человека знаешь. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у нас в Латвии после, ну, видимо, таяния снега не было ни капли дождя. Как вы думаете, это природные аномалии или это следы геоинжиниринга, или это влияние солнечного происшествия? Много следов в небе и вокруг у людей странной кашли. Спасибо за информацию, вашу работу, Юрий Рубинович Владислав. Ну, у вас капли не было дождя разве? Мне кажется, у вас там иногда льет. Я прям чихнул. Будь здоров. Вот в точку попал человек. Да, не было. Проблема серьезная. И она серьезная и для каждого живущего, для всех форм жизни, пока еще имеющиеся у нас здесь. И для сельского хозяйства, и для многого другого. Это совокупное следствие нескольких явлений, среди которых, к великому сожалению, главенствующая роль – это геоинжиниринг. Это действительно следствие изменения структуры атмосферы, состава и другого, о чем я могу тоже рассказать, и синоптики, и прочие люди, изучающие атмосферу, меня поймут. Потому что это строгая физика. Так, на пальцах это все приводит не просто к высушиванию
атмосферы и всего, что с ней соприкасается. А с ней соприкасаются наши легкие и наш организм целиком. И мы об этом говорили, и я называл гомеопатический препарат, который помогает выводить из организма накапливающиеся в нем наноалюминий. Я об этом говорил. Так вот, сейчас это уже некий, если угодно, апгрейд всей этой системы, но у нее есть даже свое название. Я не буду лишний раз его озвучивать, потому что есть случаи, когда система ловит это словосочетание, а потом начинает тормозить работу какого-нибудь видео вместе с каналом. При том, что я не единожды этот термин называл, его озвучивал. И, кстати, были странности, действительно. Так вот, то, что когда-то называлась программа «Лист Клевера», это начало системы химиотрассирования. Сейчас это уже значительно более мощное явление и более системное. Поэтому к высушиванию атмосферы добавляется эффект более резкого отражания солнечных лучей. Причем зонального. И во всем этом отчетливо читается работа глобальной системы ХАРП. Глобальной. Не Гакона на Аляске, а именно глобальной. То есть вся система работает, распределяя все эти воздействия определенным образом. И для этой системы нет ничего невозможного в смысле управления климатом и климатическими структурами и системными группами. Это то, что называется военной метеорологией. А это напрямую, между прочим, связано еще и с возможностью воздействовать на земную сейсмику. Это вещи взаимосвязаны. И люди, которые изучали военную сейсмологию и военную метеорологию, они знают, где это все смыкается. Нас учили и этому в нашем замечательном вузе гражданской авиации. Так вот, здесь много чего еще можно сказать, но резюмирую таким выводом. И это при том, что да, солнышко продолжает наращивать свою работу, вообще-то повинуясь указанию из центра галактики. Тут она просто выполняет то, чему, что ему велят. И делает это так, что наши астрофизики все меньше и меньше понимают вообще, что там происходит. И просто помалкиваем. В 2000, по-моему, 10 или 11 они собрались всем хором и так это выдали на гора мощнейшее заявление, что мы ничего не понимаем с солнечной активностью. Это тогда было сказано. Но продолжают не понимать до сих пор. Зато существуют разного рода сайты, каналы. На YouTube есть канал «Резонансы Шумана». И там иногда такие бывают веселые картинки, что да, это наукой не объясняется. Никак. Ну что в этом смысле можно сказать? Будем жить дальше. Несмотря и вопреки. Если слишком сухо, будем употреблять чуть больше жидкости. Правильней. Правильней. Понимаете? Которая нам нужна. Желательно в течение дня употреблять все-таки воду, у которой pH хотя бы 8. А при переизбытке жидкости употреблять другую жидкость тоже правильную. Ну, в общем, мы знаем, о чем мы говорим. И поэтому друзья наших каналов, они знают, что тут надо делать. Будем делать.
Травяные чаи – хорошее дело. Неделю назад мы с тобой затронули тему радиационного облака. В течение недели написала Италия, Германия, что они сделали замеры, и там у них действительно зашкаливает. У тебя нет информации новой по поводу этого облака? У тебя она точно есть. У меня она есть, но суть это не меняет. Это во-первых. Во-вторых, ну, у меня есть люди, работающие в разных областях и здравоохранения, и авиации, и в структурах, сопряженных и с тем, и с другим. И я знаю из первых рук, что в некоторых странах информация о значительном повышении радиационного фона была заблокирована для поступления в органы массовой информации. Но это просто демократия, не имеющая границ. И исключительная забота о абсолютно демократизированном населении. Вот что это такое. Это человеколюбие, достигшее какой-то фантастической степени. Это только так, наверное, можно воспринимать. С другой стороны, ну, ладно. Может быть, там какое-то есть оправдание, сермяжная какая-нибудь правдочка за всем этим. Мол, а что беспокоить, если непонятно, чем компенсировать это, да? Зачем буддировать тему? Народ куда-нибудь побежит, а потом, а что с ними делать потом? А вдруг на демонстрации пойдут какие-нибудь сверхдемократические, там окна начнут бить, как это на Западе очень часто бывает. А так все тихо, мирно, по кафетериям посидеть, поотдыхать, продолжать, в общем, вести тот же образ жизни. Что касается серьезная часть этого вопроса, то действительно, а что делать-то, да? Ну не йодированные же таблетки лопать. Смысла-то нету, потому что речь идет не о, как там было сказано в одной из публикаций, это новый Чернобыль, это надо быть, простите за выражение, олухом, чтобы перепутать взрыв обедненного урана с тем, что в Чернобыле произошло. Это разные вообще категории физических процессов. Вот, сначала это надо понять. И потом уже думать, а как от того вот этого самого спасаться. Когда мне задают прямые вопросы, я отвечаю прямо. И когда речь заходит об этом, я стою на позиции гомеопатии. То есть, если нет у тебя никаких симптомов, но успокойся и перестань дребезжать, значит, твой организм так отработал это воздействие, что ты этого не заметил. Проявится ли это дальше, это вопрос отдельный. Но куда-то бежать, делать какие-то сумасшедшие анализы, развернутые до умопомрачения, тратить на это бешеные деньги – я не считаю, что это необходимо. Если появляются какие-то симптомы, вот с ними надо работать. Это гомеопатический принцип. Ты в прошлый раз порекомендовал перекись, и вот я спрашиваю, а все это понятно, что это индивидуально, там йод, перекись, все-таки для профилактики имеет смысл пропить или не надо? Вообще гомеопатия редко говорит о профилактике чего-нибудь такого. Гомеопатия в ее высшей форме – это духовное целительство, которое, целью которого является духовное человечество, у которого вообще этих проблем нет. Но если где-то так вот посередке, то тут, в этой теме, гомеопатии не принято подстилать какую-то соломку, принимая гомеопатические препараты, у которых в портрете его написано, что оно лечит от этого. Напоминаю всем таким не очень продвинутым активистам в гомеопатии. Напоминаю,
что гомеопатический препарат, попадая в организм человека, вызывает искусственную болезнь, подобную той проблеме, которую надо вылечить. И искусство врачевания гомеопатии заключается в назначении именно такого препарата, который вот этим портретом, подобным портрету болезни, ее стирает. Это, если угодно, обратный спектр, так называемый. Если же начать принимать какой-нибудь препарат, как многие ко мне обращаются с таким вопросом, для профилактики вы схлопочете симптомы конкретной болезни, так называемый, то есть симптомокомплекс. В гомеопатии вообще-то называется прувинг. Доказательство функционирования этого препарата, доказательство его верности, верности его работы. Я сейчас говорю не про гомеопатию, я говорю, вот ты рекомендовал перекись, и вспомнил я препараты, связанные с йодом. Имеет смысл им для профилактики или Нет. не надо? Перекись имеет смысл периодически, периодически, аккуратно принимать абсолютно большинство людей. А, сода, ты вот и соду ты Про упомянул, да. соду я тоже говорил. Но Да. это то, что нужно человеку для того, чтобы активизировать те или иные функции от Общеукрепляющий, понятно. клеточного уровня и так далее. Хуже не будет, если это тоже делать грамотно и с чувством меры, в конце концов. И если организм вдруг начинает тебе говорить, что как-то он не хочет больше той же соды или перекиси, ну слушайте свой организм. На какое-то время приостановить, через какое-то время еще раз можно начать принять. А это какое-то время, оно у каждого свое. И поэтому я периодически напоминаю, надо научиться слушать свой организм. И вообще-то, на самом деле, этому, конечно, надо учить с младенческого возраста. Даже не с ясельного там, с какого-нибудь. А как это делается? Древние греки знали, оказывается, и воспитывали своих отпрысков правильным образом. И все у них, в общем, там было нормально, за исключением некоторых странностей. Но это уже отдельный разговор. Так, а время бежит неумолимо. Я по поводу паузы музыкальной или... А, нет, еще время есть, да? Мы начали. А, ну хорошо, ну да, у нас еще 15 минут есть до паузы. Так, следующий вопрос, он двойной. Сразу от двух человек, от Юлии и от Анастасии. Я оба задам. Они получатся такие не маленькими, но суть одна. А, Юлия задает вопрос. Добрый день, Владислав и Юрий Рубинович, как нам в будущем справиться с последствиями Болонской системы? Есть специалисты, работающие со знаниями без применения золотого правила к некоторым профессиям, ведь этих людей надо будет переучивать. И еще очень интересует правовая система. Полиция, суды, тюрьмы действуют не во благо людей. Та же тюрьма не способствует изменению мировоззрения человека. Как мы можем это исправить или будем перенимать опыт у наших космических братьев? Благодарю. И следующий вопрос от Анастасии. Доброго времени всем. Добавлю смежный вопрос к вашей теме про Болонскую систему и переучиванию. Вопрос. Будут ли специалисты технологии по исцелению людей, тем более детей, от подобной зависимости? И последствия этого и других видов отупливания. Может, какие-нибудь восстанавливающие системы? Ведь последствия громадны, затрагивают все сферы жизни, систему ценностей, видны уже сейчас по скриптам. Что интересно, вход на мировой рынок ТикТока, конечно же, по чистой случайности, опередил начало фруктового заболевания на пару месяцев, совпав с появлением свободного времени людей во время карантина. Перехватили внимание многих. Благодарю за все, что вы делаете, уважаемый Юрий Владимирович, ой, Юрий Рубинович, прошу прощения, и Владислав, всем здравия и сердечной мудрости. Так как мы будем
переучивать или готовить специалистов, чтобы уйти от этой болонской системы образования? Пагубной. Сегодня уже говорил о расчеловечивании, и болонская система, она, в общем-то, была для этого и придумана. Надо называть вещи своими именами. Для того, чтобы способствовать деградации человека с большой буквы в человеке, и чтобы развивать в человеке с маленькой буквы все животное. Это суть болонской системы. Кто бы что ни говорил, это именно то самое. И, в общем-то, тут совершенно ясно читается план, в котором очень много всего. План, в котором и те самые 500 миллионов должно быть на Земле, и не больше, да? Ну, на плитах. В Джорджии это все было? Было. Где эти плиты? И не восстанавливают, да? Странно как-то. Процесс-то уже идет. И об этом я не могу еще раз не напомнить. Значит, что-то уже меняется. Это при том, что плиты, конечно, развалить гораздо проще, чем эту систему уничтожить. Но только устранение этой системы, оно ничего не даст. Вот, это тот самый случай, когда работает тот самый анекдот про сантехника, который сказал ключевые слова: систему надо менять, хозяйка. Так вот, сначала люди должны решить, кто они на земле, они хозяева, или они рабы, слуги и кто угодно, но только не хозяева хотя бы собственной жизни. Вот с чего надо начинать. И тогда выяснится, что менять надо все. Потому что и пресловутое римское право, и морское право, которое иерархически гораздо выше, чем болонская система, между прочим, потому что они определяют суть взаимодействия персоны с системой, и они обозначают суть взаимодействия субъектов в мировом масштабе. То есть это вообще фундамент, в который заложено, уже изначально заложено, несправедливость, верховенство кого-то, кто, ну, грубо говоря, пользуется определенными правами и преимуществами истинных распорядителей этой системы. И римское право, и морское право. И пока все это есть, говорить только о ликвидации болонской системы смысла особенного нет. Мы возвращаемся еще раз все к тому же. О чем действительно нам и наши космические друзья говорили и продолжают говорить, что это, ребята, ваша задача. Мы вам можем помочь. Действительно, у нас есть тот или иной опыт, который сохранился в том или ином виде в нашей памяти и в нашей возможности, они так говорят, вам помочь. Не сделать за вас, а вам помочь. Предоставить выбор в инструментарии, так называемом. Но этим инструментарием должны пользоваться конкретные люди. И в полный рост встает чрезвычайно важный вопрос – кадры. Вот вопрос действительно из всех вопросов. Потому что здесь человек, который будет ставиться на тот или иной пост, это нечто особенное. Это совсем не просто руководитель. Во главу угла встанет стопроцентная, не 99 и 99 в периоде, а стопроцентная реализация
золотого правила на рабочем месте, которое проявляется по твоему отношению ко всему. Ко всему. Прежде всего, к людям и к делу, которое тебе поручено. Значит, уже сейчас не надо ждать чего-то там. Вот когда нам дадут возможность поменять эту Болонскую систему на что-нибудь. Сейчас это все надо делать. Сейчас надо обращать внимание на тех, кто показывает определенные навыки, умения, показывает, как он работает с информационным планом, как он претворяет информационные потоки в конкретные дела, в реализацию управленческой системы. И счастье в том, что такие люди есть. И придет очень скоро время, когда этим людям будет дана возможность проявить себя по максимуму. Вот тут совершенно не обязательно, что у этих людей будет какое-то управленческое прошлое, или, как в советское время говорили, номенклатурная дорожка. И совершенно не обязательно, что надо, чтобы ничего такого не было. Еще раз повторяю, в определенные моменты человек будет оцениваться только и единственно по его способности жить по золотому правилу. Показывать пример, каков ты как человек. И дальше по иерархии все остальное. Каков ты как мыслитель, как управленец и прочее, прочее, прочее. Еще раз повторяю, к счастью, такие люди есть. Наверное, их меньше, чем хотелось бы или нужно. Но если прозвучал вопрос о каких-то, может быть, технологиях, с помощью которых что-то можно в человеке разблокировать, а мы знаем, что действительно в человеческой среде очень сильно влияние тех или иных подавляющих, блокирующих технологий. Но речь-то идет о том, и если мы заговорили о космических друзьях, то и они нам об этом говорят. Речь идет о том, что и лунную систему-то переиначат. И вместо блокирующих технологий, которые пока еще там не перестали работать. Во-первых, это все прекратится. Во-вторых, с таким же успехом можно включить нечто другое, гармонизирующее, помогающее человеку быстрее развиваться именно в согласии с поступающей энергией, с нарастающим потоком энергии. Это ведь тоже возможно. И почему-то об этом пока еще никто не говорит. Из тех, кто очень любит что-нибудь так порассуждать на тему черная луна, там черные зеркала, еще что-нибудь. Все в этом смысле возможно. И наши космические друзья готовы нам помогать. И будут это делать. Все остальное сами. И я оптимист. Я думаю, что мы справимся. А вместо Болонской системы, ребята, надо взять все лучшее, что было наработано в советской системе. И это не призыв вот туда, значит, вот в прошлое. Японцы свою систему воспитания подрастающего поколения, обучения, значит, выпистывания научных кадров, они эту систему, друзья, у кого взяли? Случаем не слышали, да? Да. И не считают это позорным или чем-то, что связывает их с темным, кровавым сталинским прошлым. Японцы в этом смысле прагматики. И не все
все они оттуда взяли. Это тоже надо отметить. Вот то, что им в этой их жесткой капиталистической системе необходимо, то взяли. А я говорю о глобальном масштабе. Это первое. Второе. О том, что советская система лучшая в мире и в обучении школьном, вузовском. И тут я за скобки убираю все, что мы говорим, неправильная наука, она все в тупике нас ведет. Я сейчас говорю о системе воспитания, методология, которой, если будут даны правильные знания, так она в 200 раз больше еще выдаст на гора качественного продукта. То есть новые кадры с новым сознанием, новым умением, в том числе и в смысле руководства. Об этом, о социалистическом опыте вам расскажут почти все страны Африки, Юго-Восточной Азии, другие страны, имеющие опыт применения советской школы, и школьной, и вузовской. Или я тут что-то путаю? Посмотрите на тех, кто сегодня, находясь на управленческих главных местах во многих странах. А эти многие страны, на минуточку, это минимум 2/3 населения Земли сегодня. На что они опираются? О чем они говорят? И все чаще, и все громче. Что мы хотим жить так, как наши родители жили во времена Советского Союза в контакте с этим государством. Вот о чем сейчас идет речь. Вот почему, между прочим, и происходит у нас на глазах резкий рост числа выстраивающихся в очередь БРИКС. Это ведь факт. На минуточку. Такой железный причем. И там много еще чего такого. Кстати, мы об этом тоже говорили. Так что не напрасно Советский Союз вкладывал очень большие деньги в создание совершенно конкретных систем воспитания и школьного образования, и вузовского, и все остальное, и на своей территории обучал будущие кадры этих стран. А теперь пришло время жатвы. Вот так вот. Советского Союза нет, а Россия есть. И Россия в этом смысле сейчас это страна, которая пожинает благие плоды. Я много еще чего могу сказать на эту тему, но это все ответ на вопрос о Болонской системе. Это продолжение, доказательство того, что кадр есть. Понимаете? Что это не какие-то там бредни или розовые мечты. Я говорю, опираясь на знания конкретной ситуации сегодня. Это первое. Второе. Я общаюсь с многими людьми, с которыми знаком с институтских времен. Некоторые из них уже тоже возглавляют целые обучающие системы. Ну, в основном, конечно, по тем профильным направлениям, авиационным, но ведь это целая отрасль, которая за собой тянет и многие другие, и я знаю, что они хорошо с этим делом справляются. Их ценят. Вот так. И это только один наш вуз. А их было много. Вот на чем строится мой оптимизм. И в продолжение твоего повествования я хочу добавить. Я сегодня посмотрел выступление министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова. И вот как раз вот он твоими словами рассказал, что идет обновление системы образования в стране. Они убрали из системы образования такое слово, как услуга, ввели должность советника
директору по воспитанию, плюс восстановление всех творческих кружков. И одна из главных задач, стоящая перед Министерством просвещения. Кстати, многие специалисты проходят обучение в том самом Артеке. Так вот, одна из главных задач – вытащить наших детей из этого и мобилизации, и дебилизации. И у них есть уже конкретная программа, чтобы показать, что в реальной жизни творчество, досуг, спорт и огромное количество других интересных занятий гораздо интереснее, чем сидеть в телефоне, в мобильном. И вот я сегодня слушал его прямо на одном дыхании. Сергей Сергеевич Кравцов, министр просвещения. Ну и завершить я эту тему замены этой стриженной баллонки хочу тем, что и ТКП, имеющиеся в России, свое слово здесь тоже скажет. Не имею прерогатив раскрывать здесь какие-то тонкости, но такой намек. Очень многие системы, работающие в ТКП, построены на серьезном владении психопрактиками, которые можно направлять туда-сюда. Я думаю, что вы догадываетесь, в каком направлении они могут быть использованы в этой теме. И в таком случае это дополнительный уровень решения очень многих вопросов, включая контроль за управленческими системами, между прочим. Ну и качество. Качество подготовки персонала для всего, что предстоит изменить в нашем мире. Это единственное, что я могу здесь упомянуть. Ну а теперь, наверное, музыка. Маленькая-маленькая добавка, извини. Мы начали сегодня с вопроса, какая самая вредная профессия, да? И ты правильно прямо вот в точку попал с политиками. А тут можно добавить, наверное, самая-самая полезная профессия. Одна из самых, скажем так, одна из самых полезных – это профессия учителя, друзья. И вот на этой ноте послушаем замечательную музыку Юрия Лира.
Так, благодарим за прекрасную музыку и начинаем прямо с детского вопроса. Задает его сын Николай, а задает Адула. Ее сын Николай задает как раз вопрос о черных дырах. Ответить на него не смогла. Даже для самой себя. Перенаправляю к вам, дорогой наш Юрий. Так, что это такое черная дыра и что там за ней? Я помню, ты на этот вопрос отвечал, но задает ребенок. Я думаю, на этом можно сделать поблажку. Что за ней? Да. Черная дыра. Начнем с того, что это не какая-то бездна, у которой нет дна. Вот дыра непонятно куда. Это первое. Это название придумали земные ученые. Их называют астрофизиками. Они что-то там понаблюдали, они что-то там вычисляли, они составили модель. Сделали модель, которая им помогает решать какие-то вопросы, с помощью которых они могут объяснять, как все устроено. Вот это такая цепочка, если угодно, действий. И это название «черные дыры», оно сравнительно недавнее. Появилось в 20 веке. И сначала появилось то, что мы называем теорией, потом появились разные способы технические подтвердить, что что-то такое там есть. А теперь это уже видно в обычные телескопы, ну, которые глазом смотрят, а не какими-то приборами. И да, что-то там такое видно. Но самое главное здесь следующее. Это наши ученые называют эти объекты черными дырами. На самом деле это не чернота, а это непредставимо огромное количество энергии, которая находится в конкретном месте. Ну, например, это может быть центр галактики. Такой галактики, в которой мы живем. Там настолько много энергии туда собирается, что эта энергия нами, если мы туда посмотрим, действительно будет восприниматься как черное пятно. Но это не отсутствие энергии, а это присутствие запредельного количества энергии, запредельного для наших органов чувств. Мы это не видим. Точно так же, когда мы ночью смотрим в небо безоблачно и видим черноту, это не отсутствие света или материи, а это присутствие тоже непредставимо огромного количества энергии, находящейся в другом плане бытия, в эфирном плане, как его называли еще со времен Теслы, да даже еще до него. Об эфире мировом говорили в древней Элладе. Само слово эфир оттуда идет. И, наверное, эти древние эллинские ученые что-то такое знали. И что-то мне подсказывает, что они знали что-то более важное, более главное по отношению к тому, что знают современные астрофизики. Есть основания так считать. Так вот, то, что называется черная дыра, во-первых, это огромное количество энергии,
как оно там образовалось, почему там, в центре, допустим, галактики, или еще где-то в другом месте, где тоже что-то может образоваться, но практически под тем же законом. И все эти законы сводятся к представлению о вращении. Вот здесь ключевое слово. И ничего другого здесь я не могу добавить, кроме как посоветовать, почитать самую простую, доступную, популярную информацию о советском ученом Козыреве, который много что открыл. Он открыл закон взаимодействия времени и энергии. И он доказал и на строгих математических выкладках, они до сих пор никем не опровергнуты, и он доказал на физических опытах, в том числе с помощью телескопа Пулковского, он доказал, что его теория – это практика, что это правда, так и есть. Что время жестко связано с энергией, что звезды светят и живут, и развиваются, потому что питаются временем. И все это связано с эфирным планом. Он показал, как это все взаимосвязано. И все у него там в этой его замечательной теории и практике связано с вращением. Все связано с вращением. И чем выше скорость вращения, тем больше энергии. И тем быстрее протекает время. То, что я сейчас говорю, еще раз повторяю, он доказал это и в строгой математике и физике, и на опытах. И я сейчас это все говорю именно потому, что в центре нашей галактики скорость вращения всех видов известной нам материи, и обычной материи, и межзвездной материи, и эфирной материи, материи звездных облаков, туманностей, всего-всего-всего. Скорость вращения в центре нашей галактики самая высокая. Вот почему там непредставимо огромное количество энергии. Такое, что ни наши глаза, ни наши приборы ничего светлого там не видят. И пугают еще черной дырой. А на самом деле это огромнейшее количество энергии, которое существует в центре нашей галактики, в центрах всех таких же галактик. И там, во Вселенной, где нет галактики, но образуется движение круговое, вращение разных видов материи. И тоже образуется такая, ну, воронка энергетическая. Там это количество энергии позволяет осуществлять переход в другую вселенную. Только это условие и должно выполняться для общения друг с другом разных вселенных, которые отгорожены друг от друга мощнейшими барьерами, чтобы ни одна вселенная напрямую друг на друга не влияла. Но это возможно в тех местах, которые разрешены внутренней структурой, внутренней системой управления конкретной вселенной и ее сверхразумом. Это он определяет, где, в каких точках может быть что-то вроде пограничного пункта, через который разные государства друг с другом общаются. Это определяет сверхразум конкретной вселенной. В других местах ни в коем случае. И вот степень развитости конкретной вселенной определяется в том числе, не только, но в том числе по количеству
этих мест, которые наша наука называет черные дыры, чем больше во Вселенной таких мест перехода в другую Вселенную, тем эта Вселенная считается более развитой. Это, наверное, все, что я сегодня могу сказать на эту тему. Блестяще. Вот это и есть система, наверное, вечной молодости. Вращение, накапливание энергии в нужном месте и правильное ее распределение в организме. Да. От имени Николая тебе говорю спасибо. Ну, я очень надеюсь, что Николаю, ну, не что-то, а ну, по большей части, может быть, в моем ответе будет ясно, о чем шла речь. И вопрос от мамы Адула. И второй от меня. Всю свою сознательную жизнь живу с ощущением некой миссии здесь, на Земле. Вопрос. Вспомнят ли люди, подобные мне, для чего они захотели сюда воплотиться? О золотом правиле всегда помню. Изо всех сил стараюсь ему следовать и учу этому детей. Света, тепла и гармонии всем. Спасибо. Вспомним ли мы? Вопрос очень серьезный. И он касается тем, которые мы не раз поднимали, отвечая на вопросы наших друзей. А все ли проснутся? Вот еще о чем этот вопрос, между прочим. И с великим сожалением, пока еще приходится констатировать, далеко не все, и число этих далеко не все, очень большое, слишком большое, пока еще. Так вот, наша задача не размышлять на тему «вспомним, не вспомним», «вспомним, не вспомним, вспомним, вспомним». Наша задача – работать, действовать. И я уверяю, что в этой работе, в этом действии включаются такие механизмы, которые не оставляют сомнений. Их просто не будет. Если работа на самом деле происходит, а не декларируется, если она происходит, то включаются механизмы, которые, я еще раз повторяю, не оставляют сомнений в том, что это будет, что и миссия, она просто станет ясной, как Божий день, и она станет естественной. И ее реализация будет вызывать восторг, ликование внутри человека, а не смутные подозрения. Уж не для этого ли я тут, понимаете ли, сижу, торчу, ничего не делаю. Надо делать. Так что в этом смысле все получится. Но есть, конечно, и сверхзадача. Я о ней тоже говорил. Выполнение этой сверхзадачи – это, если хотите, условие возвращения домой с почестями. То есть достойное возвращение в тот мир, откуда каждый из нас пришел. А самая-самая квинтэссенция этого самого, реализации этой миссии, это человек с большой буквы. Земной человек, состоявшийся во всех смыслах. Начиная с космического уровня и завершая самым приземленным из всех возможных. Вот земное. Насквозь это все должно случиться. Когда для человека все естественно, и погладить цветок, и сердцем обратиться к Вселенной. Естественно. Вот что я под этим подразумеваю. И рискую показаться нескромным, но
Я говорил уже об этом жизненном опыте. Сейчас очень коротко. То есть, когда я в очередной раз был в Польше, и там встречались с разными очень интересными людьми, и был у нас между собойчик, и был там человек, настоящий ясновидящий. Настоящий. Просто он все, что говорил, все сбылось. До миллиметра, до буквы, до пункта. Я тогда еще не знал, что это все так. И так вот. Ну, наполовину серьезно, наполовину в шутку. Когда он сказал, можете задавать вопрос туда, я сейчас с ними контачу. Я им задал вопрос, какова моя миссия? Ответ пришел в тот момент, когда я последнюю букву произносил. В этот момент он сказал, быть человеком. Быть человеком, сказал человек поляк. Вот так. 92-й год. С тех пор пытаюсь. Пытаюсь. Посмотрим, что из этого выйдет. Я думаю, уже вышло. Ну, еще не вечер. Ты же сказал скромно. Я тебе скромно добавляю, вышло. Так, Лариса задает интересный вопрос. Уважаемые Владислав и Юрий, для меня вопрос, каким мы будем, особенно интересен с точки зрения многомерности и многовариантности нашего мира. Исходя из теории многомерной Вселенной, возникает вопрос, как в большей степени другие альтернативные реальности и мерности влияют на наше будущее и нашу временную линию в позитивном или негативном плане? От чего и или от кого это зависит? Ну, на этом я многоточие сделаю, а потом, когда отвечу, добавлю. Это всегда зависит от нас. И от каждого, и от всех. Все, что сказано о мерностях, о временных линиях, о многом другом, что в вопросе еще не сказано, а я мог бы добавить, это, конечно же, фактор влияния, безусловно. Ну вот пример. Вот человек стоит в поле. И он нормальный, такой среднестатистический, как бы здоровый человек. На него дует ветер, а он в поле стоит. Хороший такой сильный ветер, как в степи бывает. Я знаю, что такое в степи степной ветер. Он стоит и получает удовольствие. А рядом может встать еле-еле, вот так вот качаться под ветром человек, который слаб. Он слаб. Я сейчас не беру конкретность. Он слабый человек. Понимаете смысл? И он качается от ветра. А третий стоит, который в степи вырос, и такой здоровый, накачанный, он это вообще не воспринимает, как ветер. Он вообще это не воспринимает, как ветер. Для него это штиль. Он шквале степном может выстоять. А я знаю, что такое шквал. Переживал. Он его воспринимает спокойно. Я очень надеюсь, что понятно, да? Что здесь имеется в виду. Влияние может быть какое угодно. И есть влияние негативное. Мы знаем это. И есть из параллельного пространства от всяких хвостатых, серых, бурых, там, крапинку, в полоску и как угодно. Но есть и позитивное, примерно из тех же планов. А есть гораздо более мощное и сильное и позитивное из более высоких планов. А они по отношению ко всему перечисленному задающие. Значит, наша задача какая? Задача минимум, абсолютно минимум, это вот по центру, не задохлик. Ну, конечно, хочется с таким вот, ну хотя бы с устойчивым быть по отношению к воздействиям разным. И развиваться потихоньку для того, чтобы все больше, больше, больше воспринимать воздействия из еще более высоких мерностей, высоких планов. И эта задача вполне достижима.
достижимая. Она реализуется ежедневным, ежечасным, ежеминутным трудом и над собой, и через работу над собой, над окружающим пространством. Золотое правило. Насколько успешны, настолько и продвинуты, по большому счету, в этом, во все большем взаимодействии с более высокими планами. А значит, во все меньшей уязвимости по отношению к воздействию из более плотных планов, низких, со стороны негативных сущностей. В принципе, почти все уже сказано. Какие тут могут быть еще нюансы, но это вопрос всегда отдельный. Но я сейчас рассказал вполне понятных компонентах общей задачи. Они абсолютно понятны, я надеюсь. А теперь о физике, мои любимые. И повторяю еще раз то, что было, ну, если угодно, открыто, а на самом деле констатировано то, на что и Тесла намекал, что человечество – это единая энергетическая система, так говорил Тесла. А в 1968 году в журнале «Техника молодежи» был опубликован материал, фактически короткий доклад на тему «Электромагнитное поле человека и человечество как единая система, объединенная электромагнитными полями наших сердец». Вот суть этой публикации. 68-й год прошлого века. Строгая физика, жесткая фактология. Теперь вдумайтесь в то, что я сказал до этого. От каждого зависит состояние электромагнитного поля человеческих сердец как системы, глобальной. Значит, наша задача не думать за кого-то о чем-то, а самому трудиться. Тогда через собственный вклад в гармонизацию сначала, наверное, а потом в улучшение параметров этого электромагнитного поля. А я как человек с еще этим образованием могу сказать, что там есть свои параметры, на которые можно воздействовать. Это магнитная компонента, электрическая компонента. И определенные виды их взаимодействия друг с другом. Это уже тонкая радиофизика. Это все есть. Там и спектральные гармоники. Это там все есть. Но самое-то главное уже сказано. И оно работает. Вот это и есть та самая жесткая физика, над которой надо трудиться через работу над собой. Потому что чудес тут никаких нет. Как работаешь, так твое сердце и откликается. А если еще взять еще более высокий иерархический уровень, божественная частица, которая в сердце у каждого, то это то, что объединяет всех людей на божественном уровне, который себя даже на миллиардную долю еще не проявил. А вот когда это включится как система, я об этом тоже говорил значительное время тому назад, этого больше, чем огня звезд, боятся все эти хвостатые и все остальные. Потому что тогда, в этом смысле, это уже божественное человечество, если угодно. Человечество, находящееся в состоянии божественного присутствия. Это невозможно захватить, покорить, поработить. Это просто исключено. Но это, если угодно, сверхзадача человечества нашего типа. Я думаю, что это будет достигнуто уже в другой физике человеческого тела, которая будет как результат преображения при солнечном событии для абсолютного большинства. Но там мы все еще будем физическими, мы все еще будем вполне себе такими материальными,
плотными, меньшей плотности, чем сейчас, и с такими же важными задачами. Их никто не уберет. Мы их должны будем реализовать, выполнить. И тогда уже можно будет не только жить в едином, согласованном, гармоничном электромагнитном поле человеческих сердец. И уже одно это примерно то же самое. Хотя, конечно, в гораздо меньшей степени, но примерно то же самое, что ощущает земной человек в присутствии представителя инопланетной цивилизации более высокого уровня. Это пребывание в поле абсолютной гармонии, счастье, расслабление, любовь там и все остальное. Это всего лишь некоторые проявления сгармонизированности этого электромагнитного поля сердца. Некоторые. Но даже это очень много. А если это все не просто сгармонизировано, а еще и сфазировано, и тут все, кто хоть что-то слышал о квантовой механике, о квантовой оптике, понимают, что речь идет о когерентности, а это выход совершенно на другой уровень энергетического существования при сохранении физического тела. Вот вам пребывание в теле свечения, не в теле света, а в теле, которое светится. Это еще один уровень совершенствования, вполне достижимый. Ну, и, есть и другие, но сегодня об этом уже достаточно. И продолжение от нее. Если наше сознание способно создавать любую реальность и управлять этим процессом, то для каких целей человечество выдает астрологические прогнозы, нумерологические расклады и другие предсказания о нашем будущем? И не является ли большинство предсказаний, на ваш взгляд, программирующим фактором формирования нашего благоприятного развития событий будущего? Так и наоборот. Ведь, как сказал великий математик Сидик Афган, будущее за нами. С огромной благодарностью к вам, Лариса. Ну, во-первых, коль скоро сказано об астрологии, принцип астрологии – звезды склоняют, но не принуждают. Это вам скажет даже тот, кто вообще ничего об астрологии не знает, но просто начал читать про астрологию. Первое, что он там прочитает. То есть никакой жесткой предопределенности. Это первое. С другой стороны, я говорил в одной из наших бесед и о том, что, во-первых, существует абсолютно ясная, понятная, объяснимая даже на уровне нашей как бы неправильной науки связь космических тел, ну хотя бы в нашей Солнечной системе. И эта связь действительно имеет определенный принцип, который действительно влияет на, как минимум, эмоциональное состояние человека. Но, ребята, это просто это жесткая физика, что Юпитер действительно влияет на процессы, происходящие в психофизике человека. Это медицинский факт, если угодно. И сейчас я говорю не о медицинской астрологии, хотя там огромное количество очень полезных знаний, очень полезных. Пока еще. Я говорю о физике. Точно так же дело касается и нумерологии, и планеты, и нумерологическая вся эта система. На чем она базируется? На циклах. Циклах, которые проходят все объекты, эволюционирующие по определенному принципу, описываемому спиралью. Спираль, ну и там дальше идут уже сферы, так называемые. Сфера, сефира, цифира, цифир, цифра. Вот она прямая связка с нумерологией. То есть вообще-то речь идет всегда, конечно, об объемных телах, о процессах, имеющих как минимум три вектора,
это план бытия, это объем. Поэтому и настоящая нумерология, она всегда как минимум трехмерна. И эту нумерологию на самом-то деле и демонстрирует последние годы Сидик Афган. Начинал, в общем-то, с понятных вещей, там, суммирование определенным образом. Это математическая комбинаторика, вообще-то, называется. Он естественным образом пришел к объему. И теперь у него куб там все решает. Так и мы, в конце концов, должны понимать, что пока мы существуем в определенном плане бытия, в определенной системе, которая имеет объем, то есть пространство, в котором благодаря присущей пространству энергии происходят какие-то временные процессы. Вот так это все вообще-то следует интерпретировать, ну, хотя бы из уважения к пресловутому Дьюи Ларсену, которого постоянно вспоминаю. 1959 год, в его работе, посвященной пространству и времени, он все это описывал. И даже временные поля, а не векторы. Значит, все, что касается нашей будущности, чем дальше, тем больше зависит именно от нас и только от нас. Потому что в некотором смысле, подчеркиваю, в некотором смысле человек – это более энергонасыщенный объект, если угодно, субъект космический, чем Солнце. Это еще в 70-е годы было несколько публикаций на тему сравнения количества энергии, излучаемой человеческим телом на единицу площади. У человека больше, чем у Солнца. И тогда начали задаваться вопросами. А источник где такой энергии? Ну, как-то они там затихарились с ответами, потому что тут сразу начинается то ли религия, то ли натурфилософия, то ли еще что-нибудь. То есть наука, физиология оказалась не готова следовать дальше за тем, что они там намерили и сопоставили. Чем дальше будет и чем дольше будет продолжаться процесс поступления в Солнечную систему на Солнце, на Землю, новых видов энергии, тем меньше влияние на человека будет и со стороны всего, что описывается астрологией любой школы, и западной, и восточной. И тем меньше на человека будет оказываться влияние всем, что мы называем прикладная нумерология. И тем больше спрос будет с каждого человека. И отмазаться над указкой на то, что там звезды неправильно сошлись, уже будет совсем никак. Это, если угодно, еще один момент в необходимости совершения эволюционного рывка. Это предстояние перед ответом на вопрос, что ты за сущность? Каков ты, как человек с большой буквы, который берет на себя ответственность за совершаемое тобой или пытается увильнуть от ответственности и сбагрить последствия своих неверных действий в сторону, указывая там на звезды, планеты, цифры, куда угодно, только не на себя. Это очень важный экзамен, который необходимо сдать каждому, кто претендует на проход в новый мир. Наверное, мне здесь добавить больше нечего. У кого-то ни одной капли дождя не идет, а у меня за нашу с тобой сегодняшнюю встречу 4 сезона промелькнуло. Двойная радуга, солнце, сейчас идет град, ливень. Такое ощущение, что снег пошел. Вот 4 сезона, как у Вивальди, обалдеть. Это все за вот пока мы с тобой беседуем. Прямо невероятно. Все это представление какое-то сегодня. Так, идем дальше. Но у нас ничто не помешает идти в полном вперед. Так, задает Ник Григорьева, там цифры, и Григорьева.
Жалко, что нету имени, но вот. Доброго времени суток всем здраво рассуждающим. Никогда не задавала вопросы, но после последнего видео о резонансе Шумана на канале спрошу, хоть и не по теме, что с Италией не так? Или так, почему именно там повышен резонанс? И давно волнующий вопрос, почему нет воззвания к светлым силам космоса на итальянском языке? Почему нет? Ну, как у Райкина, помнишь, где вы были с 10 до 11? Да. До нашей эры. Я хочу сказать, что переводы текста «Воззвание к светлым силам космоса» на разные языки – это дело личной инициативы друзей нашего канала. Нам присылают такие переводы. Перевод подвергается экспертизе. Но сначала примитивный. Все-таки мы проверяем текст, а потом отправляем туда. Если оттуда приходит окей, мы ставим этот текст, и тут никаких проблем. Вот и все. Так что если будет предложен какой-то текст, он пройдет такую очень простую процедуру верификации, дальше мы его поставим. Тут я ничего такого особенного не вижу. Что касается первой части вопроса, что с Италией не так. Там же льет так, что... Ну, там где-то уже прекратилось, где-то то польет, то перестанет. Здесь несколько процессов происходит сейчас разом. Во-первых, вынужден начать с того, о чем сегодня уже говорили. Атмосфера такая, она везде. И над Италией она тоже. Это автоматически означает совершенно другую систему каплеобразования. То есть капли, которые капают на землю с неба, образуются по-другому. Я не буду описывать, как это по-другому, но представьте сами, там наночастицы разных металлов, там и другие неметаллические элементы. Они просто изменили до неузнаваемости всю систему каплеобразования. Это так простым языком объясняю. Там есть, конечно, метеорологические термины, но от этого не легче. Дальше. Там тоже происходят примерно такие же процессы, о которых мы говорили там, в Турции и так далее. Чистить продолжают весь наш мир. Неважно, как кто его воспринимает. Сковорода, там, треугольник, шар, бублик. Неважно. Чистят. Это будет продолжаться до победного финиша. Он близок. Где-то это происходит в виде вот таких сокрушительных явлений сейсмических. Где-то это происходит в виде, как можно назвать, дрожь земли. И об этом я не единожды говорил. И рассказывал, как это все работает. У меня интервью целое есть для первого Балтийского телевизионного канала. Это филиал первого российского канала в 2011 году. Я им объяснял на пальцах, почему бывает такое, что с неба бабах и что-то обрушилось такое. Вот такое, хляби небесные и прочее. Как это связано с земной сейсмикой? Это спокойно можно понять. Это суть нескольких научных работ, объединенных в единую тему. Сейсмические явления, протекающие со сверхбыстрыми скоростями. Это группа Игоря Яницкого. Это заслуженный ученый, который в советское время работал над одной из частей ядерного проекта советского. То есть это не балабол, это не пустослов. Это человек из серьезнейшей науки.
И благодаря этим наработкам он начал заниматься изучением гелия, который в земной коре находится, а через это вышел на проблему сверхбыстро протекающих сейсмических явлений, которые дают колоссальное количество ответов и на такие вопросы. Почему где-то начинает обрушиваться вода с неба или еще что-нибудь? То есть есть определенная, подчеркиваю, связь с дрожью Земли. Ну а Италия вообще-то, несмотря на то, что там северные части менее сейсмичны, но это единая структура, которая передает в том числе продолжающее накапливаться напряжение по линии Везувий-Этна. И там еще кое-что есть рядышком, под водой. Напряжение там продолжает накапливаться. Следствие этого напряжения – это тоже определенная компонента в этой дрожи. Но там еще что-то есть. И вот то, что это есть, ну, это работа, это ювелирная работа наших космических друзей, которым меньше всего нужно, чтобы где-то тряхнуло, вот так, как в Турции. И они пообещали, что там, где это будет возможно, они будут действовать ювелирно, просто абсолютно, минимизируя какие-то последствия. А Италия в каком-то смысле, но она не лучше, не хуже многих других мест, где до сих пор под землей находится человеческий материал, скопленный туда как сырье и товар. И это все, что я пока могу сказать относительно и этого региона. А уж Рим и еще кое-что. Готовьтесь. Ребята, надеюсь, я очень надеюсь, что пострадавших будет как можно меньше. Но там это копилось даже не веками. Мы же знаем историю. Тысячелетиями. И чистить там будут, ну, вот как Геракл Авгиевой конюшни. Я при этом не присутствовал при этом мероприятии сантехническом. Но мне что-то говорит, что что-то такое будет. Пока, наверное, из конкретного ответа на вот эту часть вопроса, наверное, достаточно. А если говорить о резонансах Шумана, такое ощущение, что скоро не о чем будет говорить, потому что это все уже приобретает характер, ну, какой-то гомерический. Что-то такое запредельное происходит. И на эту запредельщину некоторые мониторинговые системы отвечают очень просто. Отрубают, и все. И никакой информации не идет. Все чаще такие ситуации случаются. Это само по себе говорит о том, что что-то абсолютно беспрецедентное происходит. И если народ на это начнет обращать внимание, то ну, что-то будет не так, как кому-то хочется. Крыша поедет. Да. Мир движется в правильном направлении. И в этом смысле наша с вами задача совпасть с этим направлением. Вот что нам надо с вами успеть. Благодарю. Ирина задает вопрос. Доброго времени. Владислав и Юрий, вопрос такой. Много технологий сейчас появляется, но нет у нас, у обычных людей, инструкций, в которых указаны побочные эффекты. То есть о пользе слышим, а вот о побочках нет. К примеру, электромобили. Кстати, в точку попало. Я тоже про это сейчас часто говорю. Про эти электромобили. Рекламируются супер полезными для среды и супер экономными для потребителей. Но позже находятся альтернативщики и показывают, что батареи литейные излучают радиацию. Что, мягко говоря, меня лично насторожило от покупки такого автомобиля. Новые лампы устанавливаются на улицах.
тоже излучают непонятно что, лампы в домашнем хозяйстве тоже поменяли свои свойства, даже по тону цветовому. Вот, а медбет тоже говорят, что лучи, исходящие из этой аппаратуры, уничтожат человечность, душу. Как разобраться, как почувствовать, чтобы, используя новые технологии, не навредить себе и окружающим? Благодарю за ответ, если найдется время и возможность ответить. А я знаю, что у кого есть электрокардиостимуляторы, им ездить в электромобиле противопоказано. Ну, про лампы я вообще говорю. По свистку, да, пошли вот эти энергосбережающие лампочки. А где лампочки, Ильича-то, где они? Я не говорю про все остальное, про с тобой любимую тему аппаратуру. Раньше делали на века, а сейчас, куда ни посмотри, не винтаж, а хипаж какой-то. Раньше делали 747-е Боинги. Боинги, я смотрю на твою реакцию. А сейчас непонятно, какие делают седьмые, не Боинги. Да. Ну, вопрос, он, в общем-то, понятен сходу. Кстати, о кардиостимуляторах. Если пациент ведется правильным доктором, то доктор пациенту будет очень советовать пореже ездить в троллейбусе и в трамвае. Доктор, просто врач, обязан предупредить своего пациента. Согласен, да. И рамки вот эти, рамки, которые мы проходим в аэропортах. В общем, короче, он обязан его предупредить. И сказать, чего он должен остерегаться, в какие ситуации попадать. Да, конечно, в электромобиль человеку с такой проблемой лучше не садиться. И там не только литиевые аккумуляторы фонят, там еще кое-что другое фонит. Если зайти в салон, сесть в салон электромобиля и включить простейший прибор, у меня такой есть, триметр, мне из Штатов прислали, он измеряет три вида электромагнитных полей и отдельно электрическую компоненту, и магнитную, еще и сверхвысокочастотный диапазон. Я просто попросил своего приятеля, который у меня в Сан-Диего живет, у него сын купил Теслу, а я знаю, что у приятеля есть такой аппаратик. Говорю, ты вот сядь к сыну, включи, посмотришь, какие там поля. Но он не стал уточнять, когда он мне ответил. Сказал, я близко к этой штуке теперь не подойду. Вот так. Так что это не побочные какие-то явления, а нечто более серьезное. Это такая же обманка, это такая же западня и еще другое всякое разное, трясина, если угодно, искусственно созданная на ровном месте для человечества. Ну, как и многие другие. В каком-то смысле, чем лучше вся эта система производства электромобилей, чем она лучше Big Pharma? Она по доходам только, пока еще поменьше. А в общем-то, это создано для разрушения человека. Как минимум на уровне его энергоэлектромагнитной физики. Что касается тонких, более тонких материй, там, связанных с духовностью и так далее, это очень вряд ли. Но и одного этого хватает. Что касается медбед, медицинских кроватей, они не воздействуют на душу никак, если мы под душой понимаем, наконец-то, я очень, очень надеюсь, вот строго физичное то, о чем я много раз говорил, объяснял, что это такое. Не с точки зрения «кто-то сказал, мне показалось, я придумал, я насочинял», а с точки зрения физики. На это медицинские кровати и прочие устройства не влияют. Сама система подготовки персонала, сама система обеспечения тех или иных функций, закладываемых в эти устройства, и не только MedBeds, но и многие другие там капсулы и все остальное, она настроена на то, чтобы ни в коем случае не касаться
того, о чем сказано в вопросе. Этим, к величайшему сожалению, занимаются другие технологии, но они к MedBed не имеют никакого отношения. Так что, ну хотя бы тут можно быть спокойными. И в конце концов потом все эти технологии причесать под обслуживание человека с большой буквы, все будет нормально. Кстати, меня, знаешь, что напрягает? Вот я заметил, когда говорят о репликаторах, показывают на примере СВЧ печи. Они прямо говорят, вот представьте, что такое репликатор? На примере СВЧ вы туда кладете, и вот я видел ни одного, чтобы не говорили именно не на примере СВЧ. Мне это вот напрягает. Почему они взяли вот о репликаторах на примере СВЧ? СВЧ же это вредно. Может, это умышленная увод куда-то, чтобы потом... Есть такое выражение. Слышали звон, не знают, где он. Надо хотя бы чуть-чуть так потрудиться. Я понимаю, что неохота, что тяжело, нудно, муторно. Но, ребят, потрудиться. Они ролики делают дорогие, видеоролики, прямо берут так это все, они могут делать все, монтируют. Что потрудиться надо, изучить хотя бы то, что есть на эту тему. Подробные рассказы тех, кто через это прошел, кто пользовался всем этим. Эмери Смит, например. Ну, это настоящий авторитет в этой части. Он во многих видеороликах рассказывал, как это работает, на каких принципах. Это вообще другие диапазоны частот. Это вообще другие технологии. Никакие там слышишь? СВЧ не работают. Слышишь, как бабахнуло? И молния. Вот у нас четвертый сезон Вивальди. Извини, что я перебиваю. Слушай, что творится? Светопредставление. Хорошо. Ну, пусть он там творится. Мы не будем отвлекаться. То есть, все эти спекуляции, как говорят в науке, спекуляция – это допущение чего-то на основе конкретной информации. Пусть они себе спекуляциями и останутся, а когда все это будет доступно, все это можно будет проверить. Ну, на чем еще все эти страхи там возбуждаются? На том, что, во-первых, и это неверная установка, я уже только что сказал, что это одни и те же диапазоны частот. Это уже неверно. Ну ладно. Это постулируется как однозначное зло. Проверяй, не проверяй. А я говорю, проверяй. Есть же возможность проверить, это вредно или полезно. Биорезонансную медицину никто не только не отменил, но и не остановил в ее развитии. И каждое новое поколение комплексно биорезонансной диагностики. Это еще более совершенная система, в том числе и определение полезно-вредно. Вот на таком даже примитивном уровне. Ну и кто-нибудь из тех, кто вот такое вещает, что-нибудь такое говорит, что проверить можно. Вот надо запужать и все. И при этом, упаси Боже, я никогда не говорил о том, что все, что есть в ТКП, полезно, и все надо оттуда взять и применять. Да упаси Боже. Но репликаторы – это прекрасный выход для людей на определенный переходный период, который необходим. Простая вещь. Допустим, сегодня каким-то странным образом, ну, для наших космических друзей ничего странного, они действительно могут это убрать за сутки. Наша вся атмосфера чистая. Нет там никаких химиотрасс, ничего такого. Но как минимум с 2009 года химиотрассирование глобальное. И мне кто-то скажет, что все растения на земном шаре, почва за эти же самые сутки освобождается от всего, что туда падало, а
Наноалюминий, между прочим, найден на глубине 149 метров. Так вопрос, получение здоровой, полноценной пищи, чистой, на уровне атомов, сооруженной так, что это идеальное питание лично под каждого из нас. Это выход? Пока землю-то надо будет все-таки очищать, надо будет. И за сутки это не сделаешь. За год этого не сделаешь. Надо будет выращивать новые поколения растений. Вы представляете себе масштаб? А это время что нам? Растительной пищи не есть? И прочего не есть? А не вредно от дерьма перейти к чистой пище. Даже Вот курить сразу бросить вредно. быстрее организм будет освобождаться от многого-многого-многого. Я же сегодня А детокс пойдет, понятно. говорил про правила. Пища твоя должна стать твоим лекарством. Детокс, понятно. Так что пока это нормальная и очень-очень хорошая альтернатива всему, что могут себе там напредставлять замечательные отрицатели такого рода технологий. Поэтому лучше не на примере случая печи, а скатерти самобранки. И то это будет гораздо приятный образ. Ну, скатерть-самобранка на самом деле это реальная технология. Я, по-моему, об этом говорил. Все это было в период предшествующего эона. И этими технологиями действительно пользовались те, кого мы называем предки протославян, обитавшие на огромном ареале. И скатерть-самобранка, и ковер-самолет – это технологии, кое-что еще сохранилось до наших дней. Я имею в виду ковер-самолет. Самобранки вряд ли. Кстати, сейчас этот вопрос у меня навел на мысль, а ты не замерял технику того столетия вот на этом приборе, не проверял? Фонит она или не фонит? Вот та. Ну, например, 747-й фонит. Не фонит. У меня Отлично. там была ситуация, когда мне Правильным показалось. путем идем, товарищи. Правильным. Да. Так, идем дальше. А, Ольга. Здравия, Юрий Владислав. У меня вопрос. Правда ли, что наши тела со временем станут кремниевыми? Как будет проходить такая трансформация? Может, с этим процессом связано мое глиноедение? Вот уже 4 года я ем глину, как самый лучший десерт. При одной мысли о глине слюнки текут. В глине много кремния. Возможно, таким образом мой организм запасается кремнием. Благодарю от всего сердца. Ты глину ешь? Я раньше ел, Вопрос пробовал голубую. существенный. И да, я тоже голубую глину ел. Мне это понравилось. Вкусная. Да. Наша тут местная. Местного, чуть не сказал, разлива. Ну, не то, что разлива, Компания, недалеко от да, места, да, табу. где я живу. Там есть такое местечко у нас Турайда. И в начале 90-х мы туда ездили. Там производились раскопки. И пласт голубой глины там обозначился. В общем, я накопал, поел, и после этого как-то меня перестало тянуть к этому пищевому продукту. Но тяга к конкретному виду естественно природного минерала, это может говорить просто о нехватке каких-то элементов. Потому что в глине там не только крем, там еще кое-что есть. Мы называем это глинозем. И может быть, имеет смысл поразмышлять на эту тему с каким-нибудь специалистам по питанию. Лучше выяснить перекос в балансе этих элементов, составляющих пищевую
особенно изотоповая группа. И тогда выяснится, что это не устремленность в кремниевое будущее, а просто элементарный недостаток, нехватка какого-то изотопа, который сам организм делает, получая извне какие-то продукты, состоящие из конкретных элементов, таблицы Менделеева, скажем так. Что касается эволюционного направления, по которому мы развиваемся, нет, мы развиваемся в сторону еще большей пластичности. Кремний по сравнению с углеродом – это все-таки более жесткая структура. А мы направляемся в сторону большей пластичности, мягкости, ну и так далее. Это означает движение в сторону обретения больших степеней свободы от жестко заданной кремнием в сторону больших возможностей. И, значит, большая свобода принятия решений и больше ответственности соответствующим образом. То есть мы с тобой двигаемся в сторону платины или ртути, правильно понимаю? Особенно ртути, она имеет максимальное количество степеней свободы, если я не ошибаюсь. Ну, это вопросы физики. Диспутабельные. Во всяком случае, если говорить в том направлении, о том направлении эволюции, которое я обозначил, то это именно так. И мы движемся, по крайней мере, в сторону от свинца. И за то спасибо. Что касается ртути, о ней мы тоже как-то говорили, размышляли, зачем это нужно, что там. Не, я имею в виду не есть ртуть, а я имею в виду степени свободы, как у Ну, металла. Ртуть – это все-таки металл, несмотря на его многовариантность, да. Живость. Как его иногда называют в некоторых языках, живое серебро. В латышском языке это «зевсодропс». Живое серебро. Так что… А у палладия еще, кажется. У палладия там интересная структура. Дело в том, что сколько известно на Земле химических элементов, а есть ведь и те, которые нам неизвестны, столько и миров обитания, в центре которых конкретный элемент, вокруг которых формируется конкретная биота, то есть форма жизни. Намек на это, между прочим, сделан в книге «Роза мира» Данила Андреева. Если внимательно почитать эту книгу с этой точки зрения, то вот вам все эти там шрастры и прочие дела. Так устроен весь вселенский мир, в котором многие планы бытия обозначены, так можно сказать, конкретным элементом периодической таблицы химических элементов. Вокруг него формируется то, что мы называем биота, то есть формы жизни. Значит, есть миры, в которых там это формируется вокруг, ну, кремния, допустим, а есть свинца, а есть еще чего-нибудь. Кто скажет, что это невозможно? Мы теперь знаем, что нет ничего невозможного в этом смысле. Потому что все обладает сознанием. Значит, для носителя конкретной формы сознания может быть вполне приемлемым конкретное поле жизни, формируемое на основе конкретного элемента. А дальше может быть такое, с чем встречались исследователи в разных программах, тайной космической программы. И об этом тоже говорил Эмери Смит, что они попадали на планеты,
где какие-то формы жизни явно были, но они ничего не могли там понять, потому что там все абсолютно другое. И то, что там в виде гор, еще каких-то там структур ландшафтных, обладает целостным сознанием. Горная гряда, обладающая сознанием. Можешь представить, нет? Это просто говорит о том, что нашим земным ученым придется там и приходится там не сладко. Приходится расширять свое сознание со свистом. Иногда даже просто, чтобы уцелеть. Потому что исследователи туда, на другие планеты, в другие миры попадают. Ведь с нашим сознанием, с нашими заморочками, установками, принципами, прихватами, как мы говорим, а они могут попасть на планету, где та самая горная гряда может тебя прочитать насквозь и воспринять как угрозу. И что от тебя там останется? Вот. Так что эти темы чрезвычайно интересны. И Земля проходила через этап эволюционирования кремниевых форм жизни. И вот тут, конечно, правы те, кто понаснимал огромное количество тех артефактов, которые наша геология вместе с непонятно еще какими там отраслями науки упорно продолжает называть гора там, со снесенной вершиной. Или еще чего не такого. Хотя видно, что это пень Пень, да. гигантских размеров, конечно, да, но если сказать пень, все, надо же все пересматривать. Это ж сколько докторских, академических и прочих званий в урну. Это ж с ума сойти. Правильно? А они с ума сходить не собираются. Они собираются что-то другое делать. Но наша задача быть готовыми к овладению реальными знаниями, которые для человечества накоплены в ТКП. Они наши по праву, я об этом много раз говорил. Зато они президентами становятся. Это факт. Ну, калиф на час, мы знаем и такую сказку. Так, у нас еще не все. Виктория задает вопрос. Здравствуйте, друзья. Юрий, если человек будет другим, то какой будет гомеопатия будущего? Чувствуешь, какие сегодня вопросы? А на эту тему мы тоже говорили. Напомню. Речь шла даже о совершенно конкретной брошюрочке, входящей в состав большого такого собрания брошюрочек под общим названием «Крита-йога». Автор, там написан Георгий Орионский, это Юрий Линник. Царство небесное. Хороший был человек. Философ. И так далее. Одна из его брошюрочек называется «Астротерапия». И там этот человек, между прочим, очень хорошо разбиравшийся и в звездном небе, и в спектрах излучения, и в других науках, он предложил даже рецепты, какие звезды, точнее свет от них, на что может влиять позитивно, благотворно в человеке, и чему помогать, и даже лечить. Это гомеопатия, друзья, между прочим. И в моей маленькой брошюрочке, тоже под названием «Гомеопатия, звездная алхимия здоровья», я буквально об этом пишу и объясняю физику процесса потенцирование, которое происходит по мере продвижения света от звезды сюда на Землю к потребителю. За время путешествия этого энергетического потока он идет
через Вселенную, она неоднородна. Там есть места сгущения эфирной энергии, есть места разрежения. Это потенцирование с точки зрения гомеопатического препарата. Это встряхивание и разведение во все меньше и меньше концентрации. Чем больше расстояние до потребителя, значит, тем больше разведения. А чем больше неоднородностей на пути луча света, тем больше количество встряхиваний. Примитивно просто. Но факт. Поэтому для человека будущего, того, о котором я сегодня уже говорил, я сегодня говорил о том, какими мы будем. Я говорил сегодня об этом или нет? Говорил. Говорил. Вот человека в более тонком состоянии, конечно, будут нужны, если мы говорим о классической гомеопатии, препараты в более высокой потенции, наверное, с большей дистанцией временной в приеме тех или иных доз, но со все большим и большим таким акцентированием на той самой астротерапии, когда человека можно будет лечить энергией света, пришедшей от конкретной звезды. Это уже сегодня можно делать, потому что гомеопатический препарат можно приготовить из любого источника. Есть гомеопатические препараты, которые готовятся из излучения, из нашей розетки, которую мы электричество там добываем. Есть гомеопатический препарат, который называется Северный полюс магнита и Южный полюс магнита. Есть гомеопатический препарат Луна. Есть гомеопатический препарат Солнце. Это все есть. И оно работает. И это не фикция, потому что для каждого препарата существует прувинг, проверка. Это действует или не действует? Как действует? Каким образом? Жестко это все проверяется в гомеопатии. И у каждого из этих препаратов свой портрет. При каких состояниях человека это будет лечить. И проверено на десятках, десятках и десятках людей, как это полагается делать в медицине. Там и двойной слепой, рандомизированный, и все, что необходимо сверх этого. Чего обычная медицина не делает, а гомеопатия делает. Поэтому, завершая ответ на этот вопрос, думаю, что гомеопатия будет более совершенной, более доступной. И я сегодня уже говорил о том, что мне хотелось бы видеть в нынешних, пока еще, аптеках. В общем, чего уж там сказано достаточно. Сегодня знаковая встреча у нас с тобой. И сегодня прозвучал вот этот вопрос по поводу гомеопатии будущего. Я так немножко раскрою карты. Сегодня почему еще знаковые? Сегодня закончены очень важные согласования. И я надеюсь, дай Бог здоровья нам всем и сил к осени. Я думаю, мы с Юрием вспомним эту встречу. И всех очень-очень удивим. Действительно удивим. Так, еще вопросы есть. Причем очень такие важные, на мой взгляд, и интересные. Юрий задает вопрос. Будет ли возрождаться деревня? Ведь кроме животноводства, можно развивать и другие направления в сельском хозяйстве. Спасибо. Ну, отчасти, например, Альянс этим занимается. Я думаю, на следующей неделе вы об этом узнаете. Будет ли развиваться деревня? Я думаю, будут на основе новых технологий, которые есть, и они применяются в тайной космической программе на других планетах, не находящихся в Солнечной системе, на планетах, которые принадлежат хозяевам тайной космической программы, МКК. Таких планет много. Так вот, на основании этих технологий я думаю, что будут возможности, которые пока люди себе даже не мыслят. Возможности
абсолютной гармонизации взаимодействия с окружающей средой. Она должна стать не окружающей. Тут что-то слышится такое настораживающее. Средой. А естественной средой обитания человека с большой буквы. Со всеми входящими сюда аспектами бытия. И взаимополезное существование человека и окружающего мира, с которым он взаимодействует правильным образом. И я еще раз повторяю, в ТКП настолько все правильно. Друзья, там давайте, репликаторы – это вынужденная мера там, где это необходимо. На кораблях, в которых они летают, там другие галактики и даже вселенные. А почему они не ошибаются? Вот вопрос. Все ошибаются, а они не ошибаются. Потому что очень многие из этих технологий... Они украли у светлых сил? Нет, они получили у инопланетных цивилизаций. Кстати, у некоторых, даже светлых, тоже получили. Светлых Другое сил, да. дело, что светлые, когда это давали, они ставили условия. Это будет достоянием всего человечества. И на благо. И на благо, да. Так вот, ну, мы знаем, насколько можно верить и серым, которые вечно врут, ничего не соблюдают. А хвостатые, они вообще плевали, там, согласишься или не согласишься, ты будешь делать так, как он скажет, да? Это их принцип. Но МКК никто никогда нигде не верит. Вот ровно точно так же, как этим анунакам. Для наших светлых братьев слово анунаки равнозначно, как бы помягче сказать, лгуны и те, кто никогда не соблюдают договоренности. Вот такая единая братья, да? Как они завладели этим, как они завладели другими технологиями, включая желтую книгу и многое другое. Так мир до сих пор все это не видит. Пока что. Так вот, то, о чем я говорю, это взаимовыгодное во благо человека и окружающей среды. Пусть пока так мы это называем. Или естественным миром. Это в тайной космической программе отработано безупречно. И там ведь два момента очень важны. Почему действительно безупречно? Да потому что первый момент – это часть единой, непредставимой для нас, землян, торговой системы, в которой участвуют ТКП, и разные там в ней подпрограммы. Ну, Рэнди Крамер, по-моему, говорил, а в этом смысле ему можно верить. На сегодняшний день уже точно 1000 разных цивилизаций, с которыми торгует МКК в тайной космической программе. Куда-то надо поставлять то, все, пятое, десятое, а куда-то надо... Только это и ничего другого. А для этого нужно абсолютно точное попадание в систему выставляемых требований. Это касается в том числе и сельскохозяйственной продукции. Попадание должно быть безупречным, 100%. Любое отклонение и неустойка, так примерно на 20 квадриллиончиков в пересчете на доллары. Прикиньте. И это только одна сделка может быть такая, сорванная. И все. А расплачиваться чем? Но пока что они расплачивались все тем же. К великому сожалению. Догадываетесь, наверное. Так вот, это только один маленький аспект. Другой. Организация колонии где-нибудь. Очередной. Неважно как. Ну, получили какую-то планету. Захватили там, не знаю, еще что-то такое нехорошее. Надо же кормить, и быстро нету времени на то, чтобы что-то там приспособиться, сообразить, вот этот банан там у них ядовитый, а этот непонятно какой. Это должно делаться мгновенно с точки зрения исторического момента, истории, создаваемой здесь и конкретно сейчас. Вот такие нюансы, и таких там масса.
Вот почему так называемое сельскохозяйство в ТКП действительно безупречно. Ну, там и другие еще есть. Фантастика, это фантастика. Сегодня действительно знаковый 55-й выпуск. Ну и хорошо. После снега выглянула снова радуга. Слушай, я не знаю, вот если бы это все снимать, сегодня такого еще не было, такой записи у нас. Появилась другая радуга с другого конца. За один эфир сразу было две радуги. Одна двойная, одна одинарная. Идем дальше. Слушай, фантастика. Я такого еще не видел. Ну, действительно, знаковая у нас сегодня встреча. Так, но мы сегодня встречу начинали с чего? Какая самая отвратительная профессия? Правильно? Ну, и ну, закончим, и закончим вопросом противоположным. Задает Н. Доброго времени суток всем друзьям канала Юрия Владислава. Вопрос к Юрию. Сыну 13 лет. Встает вопрос о выборе будущей профессии. Ему интересны несколько направлений сразу. Какие профессиональные направления в ближайшие интересные годы будут активно развиваться, а какие уйдут в небытие? Заранее благодарна за ответ Анна. А я вот тут еще добавил. На взгляд Юрия, какие бы профессии самые-самые-самые имеют на них обратить внимание ребенку? Но, к сожалению, в этом вопросе не сказано, а какие именно направления ему интересны. Вот этого нет. Ну, в таком случае я извиняюсь и отвечу. Ну, какие бы тебе были бы интересны, если бы ты был бы Я могу ребенком? сказать не только мне, я хочу сказать о перспективе, обозначенной в сегодняшней беседе и в связи с ТКП, и с другими действительно важными направлениями. Это то, что можно свести к одному термину – биофизика. Это будет самое перспективное. Потому что это гигантская наука, объемлющая собой очень много. Ну, очень. Во-первых, без физики там никуда. Во-вторых, био. То есть это все, что связано с теми или иными формами жизни. Понятно, какая здесь связка? И с точки зрения применимости, притираемости всего, что сегодня наработано в биофизике, к настоящей науке в ТКП, на мой взгляд, это самая комфортная зона для научной перспективы, научно-практической. Потому что здесь масса всего, что базируется на живом опыте конкретно. Потому что здесь настолько все ясно и проверяемо. Здесь пентасистема главенствует во всем, что называется биофизика. Отсюда простота в понимании и в изложении, в интерпретации. И сейчас я говорю, наверное, о самом правильном выборе, который я мог бы рекомендовать этому замечательному молодому человеку. Но я не знаю, каковы его интересы, поэтому сказал то, что, наверное, надо было бы сказать, и что было бы интересно всем друзьям нашего канала. А я бы добавил биоархитектура. Представляешь? И она сюда же входит. Вообще, биофизика – это одна из, но, наверное, самая состоявшаяся грань в энеологии, которой я тоже принадлежу. Вот это, я считаю, к великому счастью для себя. А уж в энеологии невозможно хоть что-то работать, что-то делать, если нет нескольких образований, по большому счету. Это как минимум физическое. Чрезвычайно важна биология. Чрезвычайно важна медицина, чрезвычайно важна математика, особенно математическая топология.
чрезвычайно важно языкознание и лингвистика. Это пять элементов, без которых в энеалогии вообще нечего делать. И то, что этим приходилось заниматься, я считаю, ну это здорово. Мне повезло. Так вот, биофизика среди всех этих направлений в энеологии профилирующая. И понятно почему, потому что здесь все вертится вокруг конкретного объекта, человека космического и всех видов взаимодействия человека с окружающим миром на любом уровне иерархии. Вот что такое энеология, по сути. Нам с тобой остается только дождаться подтверждения твоих и моих слов на своеобразной машине времени. 10, 20, 500 или 1000 лет. И мы это все увидим, дай бог. Посмотрим. Друзья, я благодарю вас за потрясающие вопросы. Потрясающие вопросы. Юрия, благодарю за великолепные ответы. Мне вот прям сегодня желание всем призы дать. Сегодня были такие вопросы. Но правило едино для всех. У нас сегодня был детский вопрос от Николая. И много взрослых вопросов от прекрасных мужчин и от прекрасных дам. Сегодня он... Да, у нас сегодня традиционная книга Андрея Афанасьева «Дети интернета». Это взрослый приз. Ну и уже по некой традиции, я, кстати говоря, вот благодаря Марии Лучезарной снова подсел в хорошем смысле слова за шахматы, за шашки, но пока не за нарды. Это детский приз. Итак, начнем с детского или с взрослого? Ну, детский понятно, кому достанется. Николай, поздравляю. Да. А взрослых? Знаешь, вот что-то меня дернуло за Болонскую систему. Там было два человека. Юлия первая и вторая Анастасия. Ну, я могу две книги выслать. Мне... Потом. Я назвал то, что вот у меня почему-то вертелось, как, вот, как пластинка. Слегка заевшая. Может быть, потому что что-то еще можно было сказать на эту тему. И все-таки я так считаю, что в этот раз я сказал достаточно. Тогда мы будем справедливы. Будет два взрослых приза. Юлия и Анастасия получат замечательную книгу Андрея Афанасьева. Я думаю, им эта книга очень понравится. Так, ну и буквально немного новостей от Альянса. Друзья, я вас всех приглашаю на наш динамично развивающийся мультичат. Там уже более 15 тем. И главные темы там, в том числе новости Астралионика от Юрия Лира, технологии будущего и так далее. Вторая у нас новость. Мы разыграли Спас-1 и выпал номер 57. Счастливый обладатель Спас-1 с номером 57. Просьба прислать мне почтовый адрес. Следующее, значит, машина в Латвию, в Ригу слегка перенеслась плавно на, вот дай бог, через полторы недели. Поэтому все, кто написали мне по поводу продукции Альянса, друзья, мы вышлем столько, сколько можно провести через таможню. Если мы вам не пришлем, ну, это вот вопросы к той ситуации, которая происходит. Поэтому, дай бог, машина будет, ну, вот, ту-ту-ту-ту, через полторы недели. Плюс мы готовимся к очередному солнечному событию, друзья. Кто забыл, напоминаю, это праздник Купала с 21 июня. И в этот раз мне хочется слегка изменить условия. Слегка. Почему? Потому что я посмотрел, ранее мы обещали, те, кто прислали нам репосты и
подписку на каналы Юрия и Альянса в Новый год, перед Масленицей, Камоедицей. А сейчас многие даже, я вижу, репостов не делают. Поэтому новый список будет состоять из новых участников этой акции. То есть вы должны быть подписаны на все каналы Юрия Лира Астралионики и на все каналы Альянса. Плюс вы должны сделать репосты новых секретов во всех ваших социальных сетях и прислать мне скрин на почту, которая будет указана ниже. И вот этот список будет участвовать в розыгрыше ценных призов, которые мы с Юрием разыграем в солнечную купальскую неделю. Так, ну и, наверное, на этом все. Да, чат, мультичат «Сила добра» ждет вас. Кстати, хочу еще поблагодарить дополнительно Виану Михайлову, Наталью, которая активно помогает в новом мультичате «Сила добра», участвует и в детском канале «Улыбка», в детской теме, и в образовании, и во многих других, и также Наташу. И также все, кто нам присылает свои замечательные, интересные статьи. Ну и по традиции королева муза или король муза, как мне лучше обратиться к музе? Королева или король? Муза — это, наверное, все-таки больше женщина. Женского рода. Как ты думаешь? Ух, какая молния процветнула. Слушай, сегодня необычная, фантастическая встреча. Молниеносная. Ну вот, гром сейчас. Ну, неважно, как это существо зовут, оно действительно иногда посещает, и мне пишут, что наше интернет-соединение неустойчивое. Думаю, нормально, нормально. Это да, это шарахнуло, но самое главное, мы услышали, неважно, какого пола муза, мы продолжаем, несмотря на гром и молнию и радугу. Я сегодня прочитаю одно стихотворение, которое я как-то подготовил, вроде бы отложил сегодня, думал, ну, может быть, и не будет в тему, но оказывается, это еще ого-го как в тему всего, о чем мы сегодня говорили. И стихотворение называется «О трудностях бытия» с большой буквы. Как трудно добрым быть, а не казаться. Спокойно жизни трудности встречать. В ответ на злобный лай не огрызаться. На ненависть любовью отвечать. Как трудно справедливым быть с другими, когда тебя неправедно гнобят. И отвечать молитвами благими, когда тебя хотят отправить в ад. Как трудно жить в ладу с неладным веком, ища на все ответ в себе самом. Как трудно быть достойным человеком, когда живешь не сердцем, а умом. Спасибо тебе. И лето. Летнего настроения. С началом лета, друзья. Всем еще раз здравия, благополучия, успехов во всех благих начинаниях. И еще раз напоминаю о том, что мы продолжаем собирать средства нашему замечательному переводчику и автору очень многих ценнейших интервью Александру Черкасову. Его реквизиты всегда будут помещаться под нашими видео. Пожалуйста, по мере возможностей откликайтесь. И до новых встреч. До новых встреч.